Две камеры, полный обзор избирательного участка 18 марта, так же, как и 6 лет назад. Президентские выборы вновь попадут под всеобщий контроль за счет системы видеонаблюдения. Компания «Ростелеком» обеспечит все избирательные участки камерами, а соответственно и доступом к просмотру процедуры в режиме онлайн. Как отмечают организаторы референдума, видеофиксация процесса – вещь нужная. Наверное, да. Все-таки, когда избиратели будут входить в помещение для голосования, там табличка написана, что ведется видеонаблюдение, я думаю, будет дисциплинировать. Все-таки, да, некоторых избирателей вести себя более спокойно. Потому что, действительно, с помощью видеонаблюдения мы можем доказать, что если были какие-то неправомерные действия со стороны избирателей, то, соответственно, они понесут наказание за это. Дисциплинирует взгляд большого брата и членов избирательной комиссии. Все-таки в первую очередь видеонаблюдение устанавливают на выборах для того, чтобы каждый человек мог убедиться в чистоте проведения процедуры. Кстати, 18 марта в режиме онлайн просмотреть абсолютно любой участок смогут как россияне, так и жители иностранных государств. Более того, если 6 лет назад видеонаблюдение устанавливали только на участках, то в этом году под всеобщий контроль попадут и территориальные избиркомы. Это, значит, в месте, где участковые избирательные комиссии будут сдавать в территориальную избирательную комиссию к нам протоколы свои итоговые, и мы будем проводить итоговые заседания, подводить итоги выборов на территории муниципального образования. И в месте, где мы будем производить гашение неиспользованных избирательных бюллетеней. Вся видеоинформация, собранная со всех участков нашей страны, будет аккумулирована в специальных серверных центрах для возможного разрешения споров. Представить объемы данных очень сложно, чего стоит только количество аппаратуры, которую связисты устанавливают хотя бы в нашем округе. По ХМАУ ЕГРЕ будет установлено всего 1152 IP-камеры. Это 576 программно-аппаратных комплексов. Касаемо Сургута, это 151 программно-аппаратный комплекс. Уже сейчас специалисты Ростелекома проложили несколько километров связи специально для системы видеонаблюдения за выборами. Окончательный монтаж завершится в начале марта. Сама система заработает непосредственно в день голосования 18 марта. Для просмотра необходимо будет зайти на специальный сайт и пройти идентификацию через социальные сети или мобильный телефон. Дмитрий Подлесной, Вячеслав Шаркунов, Сургут Интерновости.